меня разговор простой. Добро пожаловать в зоопарк. Ну, я русских недолюбливаю на самом деле. Что поделать? Именно вот ментальность русскую в первую очередь. Что? Мамку твою трахала! Вот таких вот русских. Ну что же, у этих ребят вообще ничего не будет сейчас. Я думаю, на Афтиму нужен саппорт, поэтому я буду этим саппортом. Соответственно, я сделаю так, так, так. Замечательно. Вот, смотрите, типичный руснявый дворовый интеллигент, который использует мат вместо точки. Или знака вопроса, без разницы. Я антимаг, иди сюда. Пимба. Почему пимба? Ой, смотрите-ка, у нас здесь ненависть. Забавно, но пока он это писал, его убили. Ой, а кто-то получит репортик под конец игры. Дорогой друг, не смотри на мидл, мы без мидла тоже играем все время. Нормально справляемся. Если хочешь, иди вниз, я готов с тобой поменяться. Главное, не пиши, стоя на линии, потому что тебя убивают из-за этого. Мне кажется, с тобой там еще Баунти Хантер стоит, помогает, нет? Присутствием. Знаешь, это как котейка, он приятный, он ласкает взгляд, но на самом деле он бесполезный. Вот ты тоже радуйся, что рядом с тобой котейка находится. Все любят котеек, правильно? И чё-то он нифига не АФК. Нормально. Свен, иди вниз. Да что я делаю, блядь, я курьера не могу с базы вытащить, что я тебе делаю? Среагировал. Она не летит с базы. Да я откуда вас знаю, я шмотки не могу привезти. Как это мило с твоей стороны. Ну, это тянет на репорт всей команды Свена после этой игры, чтобы он пару игр в лоу приорити поторчал. Добро пожаловать в зоопарк. А я, пожалуй, кстати, это дерьмо вальвом зарепорчу, что так можно делать. Свен, пожалуйста, дорогой, прекрати быть чмошником и разблокируй курьера. Объясни мне, пожалуйста, что с тобой не так? Ты понимаешь, кусок ты тупого говна, что ты сейчас мешаешь всем людям, а не только одному конкретному? Пожалуйста, прекрати страдать хернёй и играй с командой. Друг, я тебе сказал, иди на нижнюю линию. Иди на нижнюю линию и играй там, если тебе некомфортно наверху. Я твоя команда, я пришел помогать тебе. Но вместо этого ты мешаешь всей команде. Если ты продолжишь делать так, то ты точно проиграешь эту игру, и ты отправишься в лоу-приорити, к тупым ублюдкам вроде тебя, если только ты не изменишь свое поведение сейчас. Пожалуйста, прекрати страдать хернёй, разблокируй курьера, играй в команде. Если ты не хочешь играть с Shadow Fiend'ом, играй рядом со мной.
Я буду готов тебе помогать. Я в этой игре готов саппортить. Но, пожалуйста, прекрати страдать херней. Ну и кретин. Аж расплакаться хочется после такой речи. Аж слезы пошли. Я бы с радостью узнал о том, что Свен готов изменить свою точку зрения. И готов все-таки начать играть с командой. Это командная игра. Если ты не хочешь играть с командой, иди играй соло против ботов. Там ты точно не получишь никакой помощи. Здесь имеется кооперация. Здесь люди друг с другом общаются. Поэтому, пожалуйста, прекрати. И начни уже играть в команде, окей? Ты только себе настроение ухудшаешь, чувак, сейчас. Ты точно реальный человек? Нет, я феечка из сказки для маленьких девочек. Благодарю тебя за то, что ты разблокировал курьера. Это работает. Это работает. Гоу. Молодца. Ой, хорошо. Насасываем, насасываем интеллектика. Ой-ой-ой, как вкусно. Даже ложка стоит. А мы хотим? Вот, да, мы его хотим. Эй, Уиллоу. Твоя мама шлюха. Ну, я чувствую, что я привел эту команду в порядок. Так, ладно, хорошему саппорту нужен форс-стаф. Форс-стаф — это на победу. Ой, Свена трахают. Ладно, ничего, сойдет. Там очень много всякого дерьма, но они только что все прокасты потратили. Только не обращай на меня внимания. Блин. Ладно. Но он умрет. Там нет варианта, чтобы он выжил. Хорошо. Да, конечно, у парняги все плохо идет. Всего лишь какую-то маску нафармил за все это время, так себе. Ой, хорошо. Это было хорошо. Это было плохо. Но сойдет, я думаю. Антимаг раздает. А если еще сейчас ультануть сумеет по Уиллоу? Не сумеет. Секундочку надо. Он по крипу ультанул. Долбанись просто. Да, а у Свена блинка до сих пор нету, к сожалению. Что он собирается делать? Battle Fury? Свен, извини, но я думаю, что тебе бы больше пригодился в данных ситуациях Blink Dagger, чтобы влетать в замесы и раздавать АОЕ быстрее. У него все фарм все забирают. Ну, так или иначе, ему приоритетнее блинк все-таки, по-моему, чем топорик. Блин, вардов нету. Трахаем их, трахаем, быстро. Да, нормально зашли, молодцы. Трахаем этого. Загулял. Молодца. Трахаем тавр. Чё тут стоит? Замечательно. Вот я сейчас Свена толкнул в замесе. Ему Blink Dagger, конечно, в этой ситуации не помешал тоже. Но вот я форстав как раз для таких ситуаций собрал. Не зря. Я сомневаюсь, на самом деле, что бордели когда-то закрываются. Дневная смена и ночная смена скорее есть. Если это какой-нибудь грамотный бордель, конечно. Видишь, я стараюсь помогать. Надеюсь, он обратил на это внимание. И немножечко морализуется за счет этого.
Гоу, гоу, гоу! Асаф, вылезай, бежи, беги сюда. Не свезло. Ой, Виллоу, как по... Ой-ой-ой-ой-ой! Terrible damage. Nice. А Виллоу выжила, какого хрена? Как это она выжила, а? Джесс, окей. Хоть Куру отдал, уже хорошо. Но на самом деле он и залетал неплохо, как вот именно товарищ по команде пару раз. Домой. Самым коротким маршрутом пошла. Вот, он пару раз в замесы вылезал из леса нормально. То есть вот тот же возле Т2 я его форстафнул, мы выиграли. То есть, в принципе, чувак не совсем бесполезный. Он в один момент задизморалился, но... Без ложной скромности скажу, что я вернул его в русло нормальных игроков. Репорт. Они, блин, он там сделать ничего не мог против меня в самом начале, чего репортить-то? Я считаю, что вот то, что я сейчас сделал с ними, это намного лучше, чем то, что... Они со мной сделали, грубо говоря. То есть я их раздомогал сильнее, значит я в плюсе оказался. Я не знаю, насколько это математически так обосновано, но Шейкер сейчас просто будет салат жрать, как будто у него девушка веган. Шейкер не играет. Убедите его играть самым вежливым образом. Всем добро! Добро и позитив. Ну бери. Лаки нуба софлоу. Ай. Это восхитительно просто. А я вообще пофигу. Держи. Да, ладно. Мне только что на сайленсе расшмотку дало. Меня только что СФ закомендил. Фига себе. Ну, ладно, окей. По-моему, коменда от команды не считается, не? Я сегодня нахуй сраный бой. Я, но в низкой гос... Я сегодня нахуй...